всем привет. В общем, утро раннее, а я уже у воды. Решил сегодня поехать понырять, потому что с самого утра там есть возможность, а потом, в общем, дела. Так что что, давай будем готовиться, собираться, одеваться. Вчера с вечера уже все посносил, шмурдюк весь. Собираем, друзья, буёк. На прошлой охоте продырявил, но заклеил. В принципе, все в порядке, рабочий. Вот сюда ружьем, короче, вальнул, когда шел. В общем, заливаем шампунь. Чуть-чуть штаны и теплой водички, чтобы не замерзнуть, чтобы комфортно одеться. В общем, ту же самую операцию проводим и с курткой. Чтобы легче одеть, в общем, друзья, я немножко ее выворачиваю вот так. Вот делаю таким способом, выворачиваю, тогда, в принципе, получается легче одевать ее. Потом просто выкрутил и все. Все, друзья, разравниваем, выпрямляем все, чтобы лишний воздух выпускаем. И, в принципе, костюм одет. Ружьишко сегодня буду. Любимое мое Бушагера. 75-ка двумя тягами. Рабалин 14, ласты C4 Fast, медиум карбоновые. Перчатки недавно другие купил, в общем, Аквалунг. Ну, немножко не нравится то, что прошитые и нитки начали идти. Как бы дыр нету, но нитки пришлось позапаивать. Все, по грузам 11 килограмм. Сегодня, в принципе, охота будет на поверхности производиться. Будем искать сибаса хорошего, красивого. Надо бить рекорды.